Говорят, в Men's Physique все по лайту. Но почему тогда даже здесь много фармы? Об этом мы спросили у Николая Кулешова, приверженца натурального тренинга и победителя Московской Олимпии в номинации Pro Men's Physique. Люди видят соревновательную форму. И все видят, что форма-то не такая сложная, по идее, ее несложно сделать. Но они хотят уже сейчас выступать. Они не хотят трудиться там год-два, чтобы прийти к этой форме. Они хотят сейчас сделать форму и пойти вот выступить. Типа, я хочу занять вот там первое место. И они просто не хотят ждать. И, скорее всего, это всегда побуждает людей пойти именно на этот путь фармакологии. Обогнать время. Ну, сколько я не видел таких людей, большая закономерность. Очень мало людей, которые могут удержать именно эту форму. Очень мало. Я не видел даже таких профессионалов, которые после сезона бы не откатывали. Все почему-то откатывают там очень сильно. Хотя, посмотришь, вон, на заграничных атлетов, они как будто круглогодично в этой форме. Хотя они фармят. Ну, не скрывать же этого. Вот как ему удается удержать форму, я не знаю. Насколько здесь прав Николай, а главное, насколько ему можно верить? Я не знаю ни одного чемпиона в бодибилдинге, который готовился бы без фармы. Здесь очень много тонкостей. Во-первых, давайте разберемся, что такое натуральный тренинг. Об этом более подробно мы поговорим с вами в одном из ближайших выпусков «Железного рейтинга». А пока у нас к вам вопрос. Если кто-нибудь из именитых атлетов, кого без сомнений можно считать натуральным бодибилдером? Вся правда о силовых видах спорта на канале «Железный рейтинг».